Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, 19-й день, и мы с тобой забираем 9 миллионов рыб. Окей. Это, как говорится, нам пригодится рыбешка. Так, что у меня принес Беззубик с темных вод? 1 миллион древесины, молодец. Да, что-то как-то скудненько, очень аж прям. Так, друзья мои, сегодня, по идее, должны быть у нас открыты события, насколько я помню. О, чешуя, да? Понятно. Сейчас мы с тобой отправим зеленую смерть дальше на поиски. А сами посмотрим, что у нас тут. Ну да. Одно событие. Погоди-ка. Да, вот это открыто у нас. А это еще закрыто. Так, ну что, посмотрим с тобой пак бесплатный. Монетки Одина в копилочку. Так, а здесь у нас шторморез, громобой, ужасное чудовище и немножечко ресурсов. Также есть еще, ребят, у нас пак, который идет за рекламу. Монетки Одина. И смотрим, что тут. Ага, костолом, громоль, водорез. Ну и опять же немножечко ресурсов. Так, ладушки. Здесь, наверное, мы с тобой откроем пак. Кстати, это у нас, да, редкая колода. Ареновская. Так, давай-ка. Ужасное чудовище, костолом, кревет, громобой и водорез. Следующий давай на открытие поставим. Так, ну что, получается. Кстати, кто-то мне сказал купить еще одного наездника. Ну-ка посмотрим. Вот этого, да? Где... Подожди-ка, нет, нет, нет. Этот у нас есть. Сейчас глянем, какого-то можно купить нового наездника за 3000 рун. Я что-то, ребята, честно говоря, на это не обращал внимания. Но вот так вот вы мне подсказали в комментариях. Сейчас я посмотрю. Ну как, блин, да где же? Вот. Кто у нас не открыт? Сморкало? Ну, мне кажется, вряд ли я его смогу открыть. Он даже, ребята, не активируется. Хоть это я кликаю, и ничего не происходит. Так, здесь. Хм, здесь тоже тишина. Ребят, вы, наверное, что-то попутали. Или я не вас правильно понял. Эти территории пока вообще мне недоступны. Я не знаю, когда они откроются. Может быть, надо вот здесь... Оу, зал совета. Надо прокачать до 12 уровня. Скорее всего, когда я прокачаю, да, потом откроется вот эта вот новая территория. Так что, друзья, пока еще рано мне этого делать. Так, 69 уровень у нас у штормореза. Конечно, нужно прокачивать его и дальше. Сколько же он требует ресурсов? Мама, не горюй, а. Не хватает. Так, заберем пока здесь все, что у нас насобирали. Наши дракончики. Почему так мало? 131 тысяча. Так, костолом у меня получает 75 уровень. Вот это уже хорошо. Ладно, сейчас мы этих с тобой отправим дальше на поиски. Пускай они, как говорится, летают в ожидании, там, бесплатно. Ну, что хотят, то и делают, короче. Мне главное их озадачить. Так, а здесь нам выпадет, ну, конечно же, шестеренка. Крутим с тобой колесо удачи, и выпадает нам руна. Сколько там штук? 4? А, 12. Так, и Грамгильда у нас осталось. 6 рун. Так, ладно, пускай она в одиночку там летит бесплатно. Кривоклык, ты не отсидишься. Даже и не думай об этом. Вперед, как говорится, лететь и искать. И ты тоже в драконий край. Так, ну что, этих я отправил. Здесь у нас что там, давай посмотрим. В принципе, да не буду я, ребят, здесь менять. Руны и так у меня в дефиците, еще тратится на это. Единственное, что я хочу, это вот отправить драконов дальше на поиски, пускай они ищут. Нечего им тут прохлаждаться. Давай-ка, мне нужна рыба в основном. Так, и без зубика мы с тобой отправим на поиски. Я никак не могу, ребята, вот приливной вот этот планер найти. Прикинь, сколько я уже пытаюсь найти, и не получается. Бесплатно, может быть, нет. Руны я не хочу тратить. Пускай летает бесплатно. Рано или поздно, когда-нибудь он все-таки мне найдет его. Так, вас тоже нужно отправлять.
А, так, 75 уровня, да? Значит, нам вот этого нужно прокачивать уже. Ну, пытаться, по крайней мере, его прокачать. Но очень быстро заканчивается, как ты видишь, рыба. Практически моментально. Так, чтобы он не сидел без дела, пускай и летит, и добывает нам древесину. Ага, у нас же еще громобой тоже, ребята, должен прокачаться. Как-то его надо умудриться прокачать. Так, ну что, вроде бы всех отправил, да, на задание. Так, что у нас тут еще? Дневная фурия, но это бесполезно, она пока у меня закрыта, так как у меня не премиум. Ну что, друзья мои, тогда идем прямиком на событие. Событие у нас вот это вот, угроза. Парящий сюрприз. Ух ты, а это испытание у нас будет длинным. Так, охотники заняли позиции по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. Согласен с тобой, Икинг. Ну что, давай начнем потихонечку. Парящий сюрприз. Сколько здесь будет у нас? Две волны. Начну, наверное... Нет, все-таки... Со злобного змеевика. Громоль пускай пока там постоит. Какой там уровень у нас получается? 12 и 13, да? Рано или поздно Громоль, конечно, бомбанет. Хотя вряд ли уже он бомбанет своим фаерболом. Так, здесь кусанем. Ну что-то там заерзал. Давай сюда ударим. Ну, зеленые, ребят, сами понимаете, да? Они... усиленные. Естественно, придется вешать на него слепоту, чтобы он здесь... Видишь, что он делает? А не было бы слепоты, он обязательно бы зарядил бы по нам и нанес очень много урона. А так мы его сейчас быстренько расчехлим. Не дергайся, пожалуйста, Громоль. Нам главное успеть. Все. Переходим с вами на вторую волну. И тут у нас водорез, змеевик и ужасное чудовище. Начну, наверное, я... с водореза. Так, водорез сразу начинает в ответку. Слушай, у нас будет заморозка, поэтому сейчас мы кое-что с тобой здесь сделаем. Два удара, я думаю, мы переживем. Так, он усиление атаки сделал себе. Ну что, теперь мы делаем с тобой заморозку и начинаем потихоньку уничтожать. Вначале водореза. Потом, наверное, злобного... Нет. Потом ужасное чудовище пойдет у нас. Почему? Потому что, ребят, надо его уничтожать, пока он не воспользовался. А мы, наверное, не успеем. Угу. Так, ну посмотрим, насколько он сильно нанесет урона. Фигня, я думал, будет хуже. Ну что, злобный змеевик, пора тебе отдуплиться. Хотя... Да давай вот так вот сделаем, слепоту на него повесим, чтобы он здесь особо сильно не буянил. А сколько нам еще нужно драконов 75 уровня, чтобы мы с тобой уже могли дальше строить? Что-то меня вот этот вопрос заинтересовал. Так, друзья мои, мы крутим колесо и смотрим, что нам здесь достанется. Древесина всего лишь 4 миллиона. Плохо. Дополнительной, конечно, награды у нас нету. Ну что, мы забираем с тобой 600 тусклого янтаря и переходим на следующий поединок. Так, у нас будет раз, два, потом мы заберем с тобой пак. А дойдем мы максимум, наверное, до 1500 рун. Опять же, ой, рун, янтаря. Так, ну что, шепот смерти, громобой нас тут встречает. 12 и 13 уровень, пока все, ребят, терпимо. У нас с вами 5 груш, 5 прилив сил. То есть этого должно достаточно быть, чтобы пройти событие. Но сегодня не получится за одну заходку, потому что у нас элементарно не хватит энергии. Так, шепот смерти, что ты... Ух, промахнулся, отлично. Так, громобой, ты стой, ничего не делай. Да, конечно, будет он тебе стоять и ничего не делать. Опять же он зеленый, а это говорит о том, что он будет очень сильным, крепким. Непробиваемым практически, да? Ну что ты там, кого ты хочешь кусануть? Ага, вот ты что делал. На тебе укусик тогда. Удар хвостом. Так, ну давай еще раз ударим. Все, в принципе, ребята, ему крышка. Добивай. Так, вторая волна состоит у нас... Ох ты, шторморез, елки-палки, электрический такой весь. Переливается молниями. Ну куда ты лезешь, а? Ну а ты чего? Понял. Специально, да, ребят, понижает мне атаку?
Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем следующим образом. Вот так вот. А пускай он бомбит своего же кореша. Ну-ка. Да ну, что такая слабая атака-то, эй. Я думал, будет посерьезнее что-то. Так, ладно, давай сюда кусанем. Здесь можно хильнуться, в принципе, но я не хочу этого делать. Ну, добьешь сейчас-то? Красавчик, умница. Ну, а мы уже его добиваем сами. Отлично, победа за нами, двигаемся далее. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет на этот раз. Ух ты, прилив сил, что ли? Спасибо. Это очень будет, кстати, да, прилив сил. Ну что, переходим с тобой на следующий поединок. У нас, как ты видишь, 3 энергии всего осталось. Да, мы с тобой, кстати, пак возьмем. И вот дойдем до тусклого янтаря, скорее всего. Так, а здесь у нас крылатый ужас стоит и ждет. Но он один. И это хорошо. Так, это беспонтовый был удар от него, если честно. Ну, давай, Барсик. Ушатал, красавчик. Так, последняя волна, кто у нас там? Кревет, я вижу. Ой-ой-ой. Такая команда тут собралась довольно лихая. Ну что, я думаю, нам надо будет заморозкой заниматься здесь, скорее всего. Иначе будет бобо. Давай, ветрокрыл. Начинай потихонечку. Спасибо. Тут добиваем. Так, теперь, естественно, чудовище будем бомбить. Так, Барсик его добьет, скорее всего. Ага. Так, ну что, здесь вешаем с тобой слепоту. Все, как говорится, по закону жанра. Наша любимая тактика. Повесить слепоту и уже уничтожать, чтобы, как говорится, без вреда для нас. Кусанем. Так, сейчас он что-то попытается тут сделать, а потом... Да, потом мы его уже просто уничтожим. Раз. Два. И кривоклык его добивает. Замечательно. Ну что, давай глянем, что здесь нам выпадет. Ага, 4 миллиона рыбы. Конечно, я бы не против был получить плод мудрости, но, как понимаешь, не шишарики. Так, ну что, забираем с тобой пак. Давай-давай, забирай, не стесняйся. Так, и у нас с тобой, получается, вот здесь бой будет и вот здесь. Ну да, мы получим с тобой вот 1400 тусклого янтаря. И потом у нас закончится энергия просто-напросто. Так, ну что, кто нас будет встречать в этом поединке? Ага, хлыщ мелкий. Но он один, опять же. Да ё-моё. Так, он 13 уровня. Все равно, мне кажется, уж больно какой-то он имбовый. Сильно бьет. А то, что он делает понижение брони, так это вообще, ребят, уму непостижимо. И посмотри, я только одним, сколько я сказал, с двумя, да? И он опять уже начинает делать свой ход. Он не броню понижает, а оказывается понижает мне силу атаки. А здесь еще не легче. Здесь крылатый ужас, хофер и... Скалотряс. Блин, я не знаю. Мне бы желательно сейчас, знаете, что сделать? Заморозку. Дожить бы до нее, но мне кажется, что... просто я не знаю, как мне тут быть. Тратить грушу на отхил. Я, наверное... Блин, я пока не буду или буду. Давай я вот так вот сделаю, там посмотрим, кого он будет все-таки бомбить. Ага, значит, я был прав. Не стоило паниковать, да? Ну что же, пока у нас действует заморозка, мы с тобой начнем бомбить. Первым пойдет хофер. Дальше мы с тобой, наверное, да, скалотряса будем уничтожать. Так, погоди, да, Барсик должен успеть добить. Так, и крылатый ужас. Делаем вот так вот, ребята. Слепота, ну все, короче, этот парень для нас уже не опасен. Давай вот так вот влупим. И... Не-не-не, даже не думай об этом. Все, добивка прошла успешно. Отлично, друзья мои. Посмотрим, что нам здесь достанется. И это будет, блин, рыба. 4 миллиона, ну это вообще, ребята, смешно. 4 миллиона. Так, и у нас остается с тобой последняя энергия. Мы проводим этот бой и забираем 1400 янтаря. К
Кстати, надо будет посмотреть, сколько у нас вымпелов уже накопилось. Может быть, мы можем с тобой что-нибудь приобрести, путни. Так, а здесь ничего себе. Два хитрозадых поставили против меня. Причем уровень далеко не маленький, уже 14-й. Ладно, попробуем выжить как-то. Вот он, ребят, который понижает броню. Значит, тот понижает атаку. Слушай, они меня сейчас тут быстро расчехлят, чувствую я. Да ты запарил, ты только что ходил, опять он ходит. Со всеми, я смотрю, нюх потеряли. Ну-ка, Барсик, давай. Добиваем. Так, хотя бы одним меньше стало. Этот-то что у нас там делать будет сейчас? Кого бомбить? Фу, слава богу, он промахнулся. Сделаем с тобой и так. Блин, давай вот так вот, короче, сделаем. Чтобы не рисковать лишний раз. Ну, что там? Видишь? Что творит? И добиваем. Ну что, переходим с тобой на следующую волну. И тут у нас кревет. Блин, шторморез и громолище. Если доживаем до ветрокрыла, естественно, делаем с тобой заморозку. Заморозку. Так, ты что там собираешься делать? Блин, неужели мы Барсика потеряем, а? Нет, пока еще. Пока нормуль. Поехали. С кого начать? Наверное, начнем с кревета в первую очередь. Поехали. Я попытаюсь его сейчас... Ага, все. Так, а дальше у нас идет... Слушай, может быть, нам лучше вот так вот сделать. Хильнемся, потом вот сюда вот бомбанем. Добьем сейчас его. И остается один громоль. Давай еще раз хильнемся. Так, поехали. У него усиленная атака, не забываем об этом. О, смотри, сколько он ударил. Так, хиляться или как? А мы, наверное, сможем его успеть добить, скорее всего. Да. Ну что, друзья мои, побед за нами, и всю энергию мы потратили. Остается глянуть, что нам выпадет, и... Да ё-моё, ну что вас прорвало сегодня на эту рыбу, а? Ладно, забираем с тобой награду. Давай-давай, в почту, все в почту. Так, и остается, ребят, только лишь открыть нам. Так, забираем с тобой тусклый янтарь, 600. Дальше у нас здесь идет еще 1500. То есть, два светлых янтаря я могу сделать. Ну, а здесь у нас еще пак. Монетки. И смотрим. Древоруб, шторморез, экзотический шепот смерти. Ну и немножко ресурсов. Как-то так. Что же я хотел... А, вот, я хотел заказать здесь. Давай два блестящего янтаря закажем. И я хотел посмотреть, сколько нам нужно с тобой еще драконов 75 уровня. Еще 4? Фу, какой 4? 2, ребят, 2. Нам нужно 9, у нас 7 есть. Это, я думаю, вот ближайший, кто у нас готов, это будет, скорее всего... Подожди, а кто у нас? Ага, шторморез, скорее всего, это будет. И громобой. Это вот ближайший, кто, ребята, как говорится, и по уровню, да, готовы уже прокачиваться. Так, а почему он тут прохлаждается, я не понял. Быстро за рыбой. Ты за древесиной лети. Так, ладно. Одно событие мы с тобой попытались, да, сегодня поиграть. Это откроется через 3,5 часа. Выживание, ой, выживание, ребята, это трэш. На выживание мне никогда не везет. Там уж больно люто как-то бомбят. Так, ну что, нам остается с тобой, наверное, забрать награды, которые мы тут накопили, и посмотреть, сколько у нас с тобой вымпелов. Так, тут 30, и здесь еще 50 зарабатываем. Так, все получается, да? Вымпелы, давай-ка посмотрим. У нас с тобой 6380 на данный момент. Ага.
Так, это у нас кто? Мрачная печка. Землехват у меня, по-моему, есть. Слушай, ну вот, если только копить на брюхоглота, 21 день еще есть впереди. Брюхоглот. Ну, не знаю, будем тогда с тобой пытаться копить, ребят. А уж там посмотрим, сколько мы сможем. Так, ну что, на арену пойдем или нет? Давай, наверное, все-таки сходим. Уж лишний точно не будет, тем более нам с тобой скоро уже надо будет переходить на 7-ю арену. Ну-ка, что у нас тут? Ага. Ну, давай, поехали. Блин, 15-й, 14-й, 14-й уровень. Почему он такой гаденыш крепкий-то, а? Мелкий, как сморчок, а сильный, не пон... да, прям до офигения, да? Так, давай попробуем его. Никак не получается. Опа, промахнулся, это хорошо. Так, добиваем. И сделаем с тобой вот так вот. Сейчас заморозим. И начнем, наверное, с тобой разбирать крылатый ужас. Попытаемся. Так, а он очнулся, ребята. И сейчас что-то... Фиг с тобой. Золотая рыбка. Этот пока спит. Ну и все, ребят, проспал на свое счастье. Давай его разбирать. Угу, дудочки. Укусик. О, а почему так мало-то? Вообще практически, ребят, да, ничего не наносил ему. Никакого урона. Он же сейчас что будет? Хиляться, скорее всего. Но мне кажется, он не успеет ничего здесь сделать. Есть. Ну что, первая победа за нами. Так, а здесь у нас с тобой... Ага, шипорез. Ну ладно, 14 уровень это... Пока, в принципе, ерунда. Вот это меня больше смущает. Пристеголовый 16 левла. Так, костолом. Понял я тебе. Так, ты что будешь делать? Тоже тебя понял. Да ты заколебал, а? Теперь он попал. Все, мы его уничтожили. Так, ну что, теперь, я думаю, наверное, мы будем все-таки брать... Погоди-ка, мы же можем заморозить. Да. Так что давай заморозку будем делать. Потом с тобой забомбим пристеголового. Ну, по крайней мере, я надеюсь, мы успеем его бомбануть. А-тя-тя-тя-тя, все-таки что-то сейчас... Ага, он отхиляться решил, ты понял? И, кстати, зря. Ну что, а здесь мы с тобой, естественно, берем контрольку. И все. Слушай, довольно удачно и хорошо получилось у нас здесь. У меня вообще никаких претензий нету. Да-да-да-да-да, родной мой. Бежит, бежит, бежит. Бумс, и промахнулся, да? Ай-яй-яй, как обидно. Да на тебе. Давай, ветрокрыл. Слушай, ну вот ветрокрыл действительно, ребята, очень слабый по атаке. Очень прям вот. Ну, единственное, почему я его беру с собой, то, что у него есть вот эта вот массовая заморозка. Так, ну что, мы двигаемся далее. Все 15 уровня, все. Но в первую очередь будем с тобой, наверное, бомбить прихвостня. Я не хочу, чтобы он тут всех зажарил огнем. Ну что ты там? Так, сейчас он будет бомбить. Ах, ты посмотри, как, а? Бомбит очень сильно. Так, змеевик тут еще подтянулся. Трындец. Если даже брать, то кого? Прихвостня, что ли? Ну, давай я возьму прихвостня, короче, ребят, в слепоту. Сделаем вот так. Сейчас посмотрим, куда. Ну, понятное дело, они бомбят. Так, а ты? Нет, чтобы сделать суперудар свой, а? Пока, Барсик. Барсика уничтожили. Так, пока тут броня понижена, надо бомбить, ребят. Так, ну что, сейчас опять же. Хоба. Блин, вот то, что атаку понизил, это не есть гуд, на самом деле. Ну что, кусаем и делаем с тобой заморозку. Два минус, как говорится, и остается злобный змеевик.
Вот так. Неплохо сыграли. А вот и пак вождя. И что же нам здесь выпадет? Шипорез, громобой, костолом. Ага, вострозуб. И кривоклык. Что-то он... Ох, елки-палки. Скалотряс. Ну что, я предлагаю, друзья мои, двигаться далее. Еще один пак. Тем более у нас довольно быстро проходят бои. Как ты заметил, да? Охо-хо, там глыба, по-моему, да, против нас будет сейчас выступать. И уровень 16. Блин, при всем моем желании, скорее всего, нас тут распетрушат. Тем более, если я буду начинать вот с этого милипусенького дракона, который маленький, но бомбит он совсем как не маленький. Вот сколько мне приходится его атаковать, чтобы... Блин, я не знаю, ребят. Естественно, хотелось бы... Так, что ты будешь делать? А этот сейчас, наверное, будет разбегаться, да? Нет. Ну что же, врубаем заморозку. И нам надо с тобой, наверное, штормореза как можно быстрее уничтожить. Блин, Барсик, пока. Он тебе все-таки, да. Все-таки он тебя забомбил. Так, ну а тут, естественно, ребята, берем вот так вот. Опа. Потому что другого варианта пока нету. Ху, промахнулся Мазила. Так, давай-ка сюда вот кусану. Ну, чё ты там? Давай, глыбушка, бомби. Окей, а мы уже, в свою очередь, будем бомбить тебя. Ну все, тут победа за нами, тут понятное дело. Да-да-да-да, конечно, еще один. Что костолом непутевый, что этот. И можно, в принципе... Так, проверим. Так, да. Ну что же, двигаемся далее. Что-то нам врагов все время дают все сильнее и сильнее. Уже 16 уровень, все причем. И вот это меня напрягает. И как я его сейчас буду тут бомбить? Да посинение, эти меня разобьют здесь, конечно. Посмотри, как атакуют. Обалденно. Да. Дело дрянь. Смотри, он нанес, ну правильно, 151 единицу урона, потому что уровень у него какой? У него 16 левел. Так, я надеюсь, что я буду ходить следующим. Да. Ну что, делаем заморозку с тобой. Уничтожаем вражеского ветрокрыла. Должны успеть. Теперь кого здесь, а? Брать нам. Блин, Громли, что ли, придется, да? Придется. О, как все запущено, ребята. Кому-то крышка сейчас будет. Ё-моё. Так, я вот этого возьму, наверное, под контрольку. Пускай он атакует его. У него все равно усиленная атака. Вот. Об этом я тебе и говорил. Да ты заколебал со своими фаерболами-то, а? Парень. Давай вот так вот сделаем, заморозку, короче. С этим покончим. Ну и теперь этого будем. На тебе. Так, у него слепота висит пока, да? Значит, он нам не страшен. И добиваем. Слушай, ну, все-таки как-то выкручиваемся мы. Так, друзья мои, здесь шутки в сторону, потому что здесь Громль 17 уровня. Это очень серьезный противник. Но если начинать его разбирать, мне кажется, что я запарюсь. Как вот тут быть? Наверное, начнем все-таки мы с тобой с костолома, да? Наверное, так лучше всего сделать. Хотя фиг его знает. Но этот сейчас, конечно, если будет... Да хорош-то, отвяжись. Он сейчас будет так бомбить. Так, мне бы дожить. А что мне дожить? Заморозки у меня нету. И она еще не скоро будет. А, есть, есть, ребят, ошибаюсь. Сори. Тогда все отлично. Так, добиваем здесь.
переключаемся с тобой на... Так, погоди-ка. Хиляться? Нет, не будем хиляться пока. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Все понятно с ним. Так, теперь, короче, сделаю вот так. И вот так. Короче, мы его добиваем с тобой, получается, да? Ну что, Громоль? Да-да-да-да-да, я так и понял. Естественно, ты начинаешь свои метеориты здесь раскидывать. Фаерболы. Но это все беспонтово. Что ты? Что ты потерялся? Смотри, какой неугомонный, а? На-ка тебе еще слепоты. До кучки. Так, я могу хильнуться, но зачем мне это делать? Не вижу смысла пока. Просто будем уничтожать его. Промахнулся и добьем? Нет. Не получилось. Вот, давай. Прекрасно. Ну что, пойдем забирать наш пак. Ну, а вот и пак. Громоль. Водорез. Кривоклык. Все, ребята. На сегодня, как говорится, наша миссия выполнена. Все, что мы могли, мы сделали. Все прошли, что было доступно. И я думаю, что можно закругляться. Обязательно увидимся уже в следующей серии. И, конечно же, продолжим дальше проходить, во-первых, события, да? Ну и, конечно же, нашу аренку. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.